Тальц из Эстонии противостоял рекордсмену мира в троеборье Роберту Беднарскому, США. Их лучшие результаты даже трудно сравнить. У Беднарского они были намного выше. Беднарский – американец польского происхождения. Как ты думаешь, Беднарский Тальц сможет справиться? Ну, Беднарский в отличной форме, но если Тальц пожмет 190 килограмм, он имеет все основания и шансы выиграть. Шаг. Еще один шаг за черту простого вглубь борьбы. И значит характера. Нет, 190 не будет. После жима американец впереди. Для Тальца ситуация, прямо скажем, невеселая. 212,5 килограммов. Такой вес, превышающий мировой рекорд, должен взять Ян Тальц, чтобы стать чемпионом мира. Лишь один раз в жизни Яну покорились 205, а на штанге 212,5 килограммов. Так испытывается мужество. Ее сила. В Мюнхене именно мужество станет ему надежной опорой в борьбе за олимпийские первенства.